Когда я в Слуцке был, УТП в Слуцке, в 2005 году, это первый раз, когда я был, там привезли, он учителем работал или кем там, такой умный мужик, ну, с образованием больше, или учителем, или кем там, его привезли, ну, с Будуна привезли, закинули в карантин, пока по отрадам его раскидывать, и он там просил там таблеток, что ему плохо было ему. Ночь, на утро уже холодное. Труповозка приехала. Так он просил таблеток, ему дали каких таблеток? Не знаю. Или просто закинули в карантин и забыли? Закинули в карантин и все. А утром труп? А утром труп, труповозка приехала Слуцкая. Жесть. Закинули его в прицеп этот, типа зубронка. Ну, как раньше были. Сейчас же теперь те современные труповозки, а раньше что? Угу. И завезли просто в морг. Потом был учитель, ну так погонял, так, ну, звали, прозвали учителем, да. Мужик, здоровый мужик. И он, короче, тоже в Слуцке, ЗТП тогда. Короче, он зимой, видно, ему просквозило, там шапка была, ну какая-то, ну, легкая, не зимняя, какая-то легкая. Она продула башку, мозг. Гайморит, может, да? Не, это папа. Сложнее. Да. Там, наверное, это, может, менингит какой пошел уже или что. И он на койке эти же двухъярусные, да, как на КПЗ. И он на втором ярусе спал. Потом ему, видно, уже так башка болела, плохо стало. Ну, пауза со второго яруса на низ. Ну, а эти милиционеры думают, что прикалывается или там, типа, или симулируя. Они там затянули его в свою коптерку. Не знаю, там били его, не били, неизвестно. Да. Потом скорую вызвали и повезли на Слуцк. Ну, там трое суток в реанимации, не приходя в сознание,